здравствуйте. Ох, сегодня 30 декабря. Пол первого. Сейчас нашла я время поснимать. Взяла камеру, хоть. Думаю, все, брошу. Возьму камеру уже. Вот. Фима у меня сидит там. Они с Фадеем играли. Он на баяне. Фима на пародии баяна. Вот на такой. Ой. Так, на улице минус 12 у нас сегодня. Ну, ветрено. Утром я увозила навоз от коровы. Сейчас что-то так получается, что я позже встаю, Алёша рано встает, своих кур управит, и все, он уже дома. Я говорю, ну, что ты заходишь рано, мне надо телегу вывезти. Ну, телега там нормальная, собственно, она получается не полная. Вот такая, не сильно тяжелая, но все равно. Договорились, что завтрашнего дня, раз пока праздники, он будет со мной вместе чуть попозже выходить и курям потом будет идти, в общем. Маленько сегодня с ним. Не то, что поругались, но поспорили. Я говорю, что ты рано выходишь, зачем? Говорю, сейчас выходные, надо это. Но он говорит, ну, сегодня мы же едем на соревнования. Ну, ладно, сегодня уехали они. Они поехали сейчас. А, не надо, я туда. Вот, в Алапаевск уехали они на соревнования. 3 часа туда им ехать. Вот они в 10:30 где-то выехали. 3 или 2:30, что-то не поняла. Кто-то говорил 3, кто-то 2:30. Или я перепутала уже опять. Ну ладно, ну в общем далековато. Я так поняла, что их только к 2 часам туда запустят. Сейчас из Рижа стрелки стреляются, их там 20 человек. И как бы тогда. Сейчас, Фимок, сыграешь. Ты хотел сыграть? Сегодня не все мне рвутся сыграть. Даже Фадей обещался сегодня вам сыграть. Ну посмотрим. Сейчас как на него найдет настроение. Но пока песни повторял, все, посмотрим. Вот, а мы так чем занимались. Ну, сначала мы их, конечно, собирали. Мы им пельмени с собой опять сварили в баночки, уложили, масло перемазали, термос налили, с собой, в общем, им собрали. Потом завтрак варили, чтобы их опять же накормить. Ну, по-быстренькому лапшу отварили мелкую и мясо гуляш сварили. Вот. Потом, значит, их собрали, они уехали, все. Мы давай. А, бабушка успела еще этот холодец поставила, говорит, до сих пор варится. Ножки свиные, там рулька свиная и кусок индюшатины грудинки. Ну, решили так, мясо специально не купили, потому что сейчас им опять сыр соленый ешь, а? Любит он эту сыр-косичку, он до того солонющий, я купила в этом, в Доброцене ему. Он это много не ешь. Ага, вот он какой, да? Много-много это, Фимочка. Нет. Чуть-чуть, половиночку можно. Там соль галима вообще. Сыра-то нет, одна соль. Вот. Короче говоря, холодец сделали. Потом я занялась рыбой. Эту сейчас я вам покажу. Вот. Такую баночку, видите, красной рыбы. Это, по-моему, кита. Она у нас в морозилке лежала давненько уже. Ну, месяц назад мы еще ее купили на Новый год специально. Вот, ну ничего, вроде нормально разморозила, вроде не перемороженная, ничего нормально, не разлазится. Засолила ее, все, посол, чтобы домашний такой был. И это, будем для салаты. Матвей просит салат суши, который, вот только что-то я водоросли не сообразила, не купила, ну ладно, еще успеем. Потом что? Соевый соус зато купила, да. Вот рис надо будет и эти листы нори купить для этого салата. Вот. Ну что, сейчас сыграешь. Сейчас да, половик мы постелили новый. Вот так вот он выглядит. Да. Красивая бабушка. Ага. Ты там ну, когда поедешь в магазин за листами нори, ты можешь мне одну пачку купить? Купим. Как-нибудь все купим. Так. Ага. Ну, все, пропылесосили, пока тут помыли полы под тем половиком. Тот половик я унесла на стирку на лето уже, положила. Вот. Все, в общем-то, все сделали. Сейчас будем обедать уже 12:30, пора пообедать. Ну, что, сыграешь нам? Да я выключаться буду. Будем обедать, садиться. Бабушка уже подошла раз. Так, готов? Ну, давай. Какая песня, ты скажешь? Или пусть угадают. Маленькая елочка. А, маленькой елочки холодно зимой? Да. Ну, давай. Молодец.
Сначала выучил, да? Надо до конца еще будет доучить. Да. Да. Фадей, ты ее знает уже на баяне? Угу. Да? Что-то мне... Ой, я куда-то показываю, куда-то туда. Непонятно, что снимаю, да? А вот. Хорошо. Ну ладно, в общем, все. Вот такие новости. Пока больше новостей нет. Ой. Давай убирай эту соль. Будем есть сейчас. Так, ну что, друзья, уже 5-й час пошел. Что-то мы такими делами сегодня занимаемся. Сейчас холодец сделала я. В последнее это дело. Ну, в смысле, я мяско изрезала. Все, сейчас чеснок осталось запустить. Еще пакетик желатина туда спустим. И все, и по баночкам разольем. Будет у нас готов холодец. Маленько осталось. Сейчас решили манную кашу чуть сварить. Захотелось нам на это на молоке кашу такую сделаем, которая с этими, с клетчаткой-то идет. Серая, короче, такая манка хорошая, вкусная. Вот. А так бабушка смотрит телефон, что они вроде как выехать должны уже. Уже Матвеевны результаты прислал дед. То есть как бы вроде... Ну, говорит, вчера мальчик столько же настрелял. То есть это... И он столько же настрелял. И вот они оба... Сейчас у кого больше десяток, тот и первое место займет. А вот тут у Матвея вот. Один стоит. Ну вот стоит цифра один. Не знаю, то ли это означает первое место, то ли что. Как там... Как там по десятку? Ну, правило такое, если набираешь одинаковое количество очков по выстрелам, да, то есть 60 выстрелов они делали, и вот если одинаковое количество очков получили, а у них по 567 набрали, то будут смотреть, сколько десяток, у кого больше десяток, тот и выиграл. Такое было правило, не знаю, вроде как так должны решать. Вот. Иногда по-другому, кстати, решают. Еще решают, у кого... Ну, это, по-моему, на финале, что ли. У кого последний... Нет, не на финале. Короче, что-то такое, что у кого последняя десятка была, тот и выиграл. Ну, что-то такое. Ну, в основном-то у кого больше десяток. Вот. Корову мы напоили, сходили, на сено наложили туда им, в кормушку, в эту. Да, бабушку вот покрасили, но с блондин теперь. Вот, правда, в баню еще пойдем, сейчас баню затопила. Еще раз пойдем мыться. Ну, мы бальзам не стали сейчас поэтому наносить вечером, говорю, снова пойдем мыться, так снова бальзам нанесем. Да, с краской, которой этот бальзам идет. Вот, потому что над ванной тяжеловато. Голова кружится, мыться над ванной тяжело, наклоняться. Пережимает, видимо, шейные сосуды. Вот, да наелся сидит наш малыш. Ой, капризничает сегодня. То буду играть на баяне, то не буду играть на баяне. Не поймешь, что он хочет. Баян просит новый. Баян просит, а играть что-то, я не знаю. Давай, говорю, поактивнее учи новые песни. Будем думать сейчас про баян. Нам не до баяна. Ну да, пока не до баяна. Ну ладно, покажу вам сейчас в доброцене, какую колбаску купила. Может, брали. Вот, смотрите, какая красивая. Ой, красота. И, кстати, вкусная, не пересоленная. Называется праздничная. А фирма-то бабушка какая, вот я не посмотрела. Это. Таврия? Нет, не а Таврия. Ты фильм колбаску сейчас, купил? Сейчас, погодите. Праздничная. Останкино фирма, Останкино. Вот, а называется праздничная. Ну, это вот в доброцене. Такую завезли, кстати, к празднику. Только не было раньше, не видела я такую. Вот, ну все, у меня каша закипает, пошла запускать. Давай. Вот, а вы пока посмотрите, как они ехали, какая пурга на дороге, ужасные дороги сегодня, честно говоря. Мы сейчас прям переживаем, потому что темнеть начало, а сильный ветер и переметает дороги. Так что смотрим. Вот по такой дороге мы едем в Алапаевск, у нас соревнования. Всю дорогу переметает, едем с ним большой скоростью. Опа, да он уже притормаживает. Видимо, синий. А, вон, наверное, эти. Так, у нас с дедом обед. Едим мы пельмешки. Пельмени. Чаек заварили. Получается, вот такой у нас сумка-холодильник. И мы сходили еще в магазин. Купили там булочки, сухарики. А Матвей вон там стреляет. Вон вот дверь, это в тир. Он стреляет. И стреляет. И поедем мы домой. На улице идет снег. Как вот мы сейчас переживаем, как там дорога.
Ну все, обедаем. Так, друзья мои, 7 часов доходит. Я управилась, сходила сейчас. Они только приехали. Зашли домой, надо было сказать. Вот. Матвей, в общем, на первом месте идет. Мальчик тот последнюю серию хуже выдал, чем он. Поэтому, в общем, по последней серии там смотрели, он идет на первом месте сейчас. Так, все вот. Уже. Все, уже точно первый, первый, да? Ага. А уже все отстрелялись? Ага. А, ну все, уже первый. Значит, первый у него по сегодняшним соревнованиям. Вот. Ну ладно, я с вами прощаюсь. Мне сегодня как бы велено ролик не единый делать, потому что сегодня стрим. Надо успеть до стрима смонтировать все, поэтому все, 8 по Москве, как обычно, по субботам стрим идет. Вот. Давайте увидимся.